Геннадий Головкин пока предпочитает не думать о потенциальном бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. «Пока я не думаю о Канело, он слишком много болтает, слишком много ерунды и глупой болтовни. Сейчас мне это абсолютно не интересно. Возможно, завтра он позвонит мне и скажет, что готов драться, но сегодня его для меня не существует, для меня он ничто. Он болтает с прошлого года и все о бизнесе. Он говорит после каждого боя, я хочу драться с Головкиным, дайте мне перчатки. Если ты действительно готов драться, позвони мне, давай. Без болтовни, без рекламы, просто сделай это. Сегодня у меня есть контракт с Джейкобсом. С Канело у меня контракта нет, как и для меня нет его», — сказал Головкин.